Это Дмитрий Волобуев. Ему всего 8 лет, а он уже покорил не одно зрительское сердце. Дима учится во втором классе, любит играть в футбол, изучает иностранные языки. Но больше всего мальчишке по вкусу танцы. Совсем спонтанно и неожиданно мама Таня решила отвезти своего сына на предкастинг телепроекта «Украина. Моя талант. Дети». К выступлению Дима не готовился и на отбор не собирался. Пришлось импровизировать. Маме позвонила подружка и сказала, раз в году будет «Украина. Моя талант. Дети». Мама не было времени, потому что мы занимаемся с англичанкой. Потом англичанка уже поздно звонит, что не будет английского урока. Мама забрала меня со школы, и мы сразу поехали на Украину на то. Так или иначе, импровизация Дмитрия была настолько крутой, что его сразу позвали на кастинг в Киеве. Там он станцевал уже подготовленную комбинацию в стиле паппинг. Я рад был, и мне запомнилось, что я танцевал и прошел. Дима не только танцует, но и усмиряет огонь. Его руководитель говорит, у маленького таланта большое будущее. Если серьезно, то удивления не было. То есть это один из тех детей, которые, я считаю, достойны того, чтобы пробиваться в люди. То есть единственное, что я могу ему пожелать, это не останавливаться ни в коем случае. Увидеть выступление молодого таланта можно будет уже в эту субботу, 19 марта. Желаю Дмитрию побед и творческого роста. Николай Чиров, Евгений Жулай и весь Первогородской.